Итак, пацанчик, здорово тебе, здорово тебе, Димыч, а ты сейчас снесешь, может, это видео, если вообще смотришь это видео, что вряд ли, то что ты последний раз смотрел, когда у меня видео-то, я это куда-то даже не помню, как последний раз смотрел, ну, в общем, ладно, если смотришь, так смотришь, если не смотришь, то ладно и пусть. В общем, на сегодня секундомер, немножко заранее. Итак, собственно, сам я Кирилл, и я продолжаю, да, проходить Resident Evil 4. Да, уже какая-то у нас серия, не помню, 9 или 10, что ли. В общем, я не помню точно, какая серия. Но, в общем, неважно, там название увидишь, пацанечек. Да, до финала осталось, как я полагаю, уже меньше трех частей, то есть две части, да. Одна часть будет такая немножко на расслабончике, вторая же часть уже будет уже достаточно такая трудная. Но, думаю, не труднее, чем с этими военными. То есть труднее, но не настолько, чтобы прям вообще там по 50 раз подыхать на 50 с чем-то минут, да, то есть. И все такое. Что же, начнем, проходим. Осталось совсем немножко. Узнаем, как говорится, правду Ада Вонг, кто она вообще такая и как она выжила после второй части. Ну и все такое. В общем, следуем дальше и. Впереди катсцена должна быть. А, ну не сейчас, но сейчас вот скоро уже будет катсценка такая, да. Камон, 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 get ready. Сейчас музыка про нашу игру, то есть, камон, давай, давай. Он говорит, да, ну, типа, ну, что-то типа того. Итак, в общем, сейчас будет катсцена, после того, как мы возьмем вспомогательный предмет, ну и, собственно говоря, смотрим ролик. Такой не очень приятный, но, тем не менее, вы знаете, с чем будет связана эта неприятность, так что смотрим. А, не сейчас. Я думал, тут какой-то ценный предмет. В общем, все позабыл. Ну ладно. Это будет в следующем проходе. Как мы видим, сыпется такой песочек. Ну ладно, не будем медлить. Идем дальше. Не самый приятный звонок в жизни каждого человека. Еще жирная свинья тут стала. Теперь я сидел в поезде, который вез меня домой. Ты что, писька делает в твоей голове? Гомосек, блин. Особенно вот с этой секунды, когда музыка пошла. Silent Hill напоминает почему-то. Да, вот такой вот неприятный немножко ролик, да. Леон практически поддался уже, да, Лас Плагосу. Если бы не его вот эти вот капсулы, то он бы уже давно бы стал... Это Ганадос 2, ну и что-то типа того. Но, тем не менее, все-таки видим, как Ада пытается нам помочь. Да, она пытается, как бы сказать, ну, что она, как бы, полезная, пытается искать какие-то выходы, ну и все такое. Но мы не медлим, идем дальше, собственно говоря. Так. В общем, да, еще такая одна небольшая схваточка с военными нам предстоит. Такая не очень простенькая... схваточка, но последняя схваточка, и мы их уже больше не увидим. Ну, то есть, как бы, схваточка. Потом еще в помещении там они кое-где будут попадаться, ну и все такое. Так, вот машинка сохранения. Так, то есть сохранимся. Что у нас здесь? Какой-то мешок. Какой-то мешочек. Да, и он шевелится. Так, давай тут все осмотрим. О, патроны. Кольта, так называемого, как я его называть люблю. Так, еще открываем. Да, в линиях передачи у нас, там где должны быть провода, находятся патроны от дробовика. Хорошо, они, конечно, заныкали патрончики тогда, то есть, ну, ты понимаешь. Итак, все, теперь сохраняемся, хотя нет, сохранимся мы сейчас немножко позже. Итак, что у нас здесь? Да, видно, тут кто-то работал, висят куртки рабочих. И зеленый, и желтая трава прям растет у нас в помещении, прям так логично вообще, да. Ну ладно.
Блин, что-то чувствую, сейчас выберется этот мешок. Так, вот мы его немножко утихомирили, так. Так, вот он. Появляется опять это существо. Я забыл его название, у него такое очень тяжелое название. Мы должны опять активировать инфравизор. Так, и перезарядить. Слава богу, что они не бегают, как ганадосы, так что, может быть, не так уж и трудно. Насколько я помню, этот остался последний, или, по-моему, еще два. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, нет у нас патронов. Что же делать? Что же нам делать? Ребятушки, ребятушки. Даже не знаю. Попробуем в лоб кидать гранаты. Еще одну. Так, ну что-то мы, думаю, подействовали, да? Что-то тут не то. Давай пробуем с дробовичка. Ну, я знаю, кто сейчас скажет, ты в него еще камушки кидал. Но все равно, рано или поздно мы этого гада остановим. Да. Ну, отлично. Так, сейчас объединим. Так, что еще? Сейчас еще вот это мы. А, нет, у нас конечная стадия. Кстати, зря я сейчас слопал аптечку. Вот была красная трава, можно было, ну, соединить. Но уже поздно, уже поздно. Так. Так. Давай проверим дверцы. Может быть, найдем там еще травушку, муравушку. О, может быть, и зря мы, кстати, использовали. Так, ну все, их уже, по-моему, уже больше не будет. Вообще, инфравизор уже можно продать. Зачем нужен, реально, уже их не будет. Или, может, будут, не знаю, может, я где-то забыл, может, они где-то там есть. Да хрен его знает, бог с ними. Собственно, будут, так будут. Убьем их. Один фиг, да, пацанечек? Так, тут еще у нас двое. Две, то есть. Какие-то у нас, если какие-то цепи. Кто-то тут был заточен. Наверное, здесь проходили какие-то опыты. Ну, то есть не здесь, а сюда как бы привозили, туда держали кого-то. В мешках тут. Не знаю, спальных, не спальных. Но, походу, не спальных. Да, и как мы видим, да, действительно, кровь вообще выглядит очень нереалистично, как ты сам можешь увидеть. Может быть, она выглядит нереалистично из-за того, что как бы она давно уже тут находится. Может быть, это из-за того, что, ну, ты сам понимаешь, как бы движок PlayStation-овский второй, он как бы не совсем может про все объекты так там реалистично показывать. Ну, хоть даже это и ПК-версия, и даже 2014 года, но все равно как бы есть трудности в плане. Ну, не в плане графики, в плане вот детализации самой, все вот это, да. Но мы сохраняемся. И дальше, как ковыляем, так сказать. Так, уже, ну, нормально так. Прошли. Дальше играем. Как раз я думаю, эта часть. И еще одна, и все. Закончим. Да, закончим мы прохождение аж с 14 августа. Да, начали, то есть 14 августа, закончим аж, ну, когда у нас суббота там будет. Ну, в общем, где-то перед каникулами, перед моими, да. Так что как-то вот так получается. Да, и сейчас вот он уже у нас идет. О, отлично, нашли мы аптечку. Идет у нас сейчас, да, небольшая такая битва с военными, еще одна. Но потом уже будет на расслабончике. Так, не знаю, пройдем с первого раза, не с первого раза. Я даже не знаю, надо ли будет ли тут разрабатывать тактики. Кто его знает. Так, и начинается. Да, и тут уже нужно поаккуратнее. Так, ну да, израсходовали мы.
Ё-моё. Отлично. Появляется... Да, как я уже говорил, он должен... Если он там не появился, значит он появится здесь. Да? Как бы. Так, чё-то как-то он орёт, так что я его слышу аж отсюда. Ой-ой-ой, господи, боже мой. Давай, своего убей, чё ты своего убиваешь. У меня есть лекарство. Это... Лекарство, держи лекарство, а? Так. Сейчас будем... Его гасить, прям вот так им гасить, прям верям. Ну где? Где суперудар? Ты как? Паша, вот все из-за тебя. Извини меня, но из-за тебя, из-за того, что я хотел тебе доказать, что нет суперудара, что нельзя ему его сделать. Я подошел, не было написано там ударить. Из-за этого он ударил меня. Собственно, из-за этого я сдох. И кстати, почему я сдох? А. Они же у меня еще перед этим жизнь отбавили, точно. Я уж просто забыл немножко. Ну ладно, это чисто случайность. Так-то я могу нормально так пройти, да? Так нормально. Может, хедшот выйдет? Нет, не вышел. Не вышел. Не получилось. Господи, что мне попал что-то? Так, вот, видишь, вот из-за этого. Чётенько. Нет. Будем мы его ружьём. Ёп. Чуть не съел, смотри. Так, сейчас надо натравить. В общем, нашего гостя, так называемого, на... Эти вот бочки, а потом взорвать их. Логично, логично. Логично, логично. Логичнее просто быть не может. Что-то сейчас он не появляется, да, странно? Что, опять что-то? Так, начинается, господи боже мой. Скотина. Ой, он не взорвался, смотри. Как-то он сейчас долговато появился. Он спрыгнет. Господи, кто же такой-то у нас тут метки, а? Нарисовался. Вон он стоит. Теперь у него кашу. Блин. Господи, помогите. Давай, пусть он будет не мешаться. Реально. Хотя... Пишмелеем! Чё так долго-то стрелял? Начинается, блин. Бомбануло нашего гостя. Бомбалейло начинается. Так, сейчас быстренько того убьём. Что скотина-то такая, убивайся, ты тварь, ты не мешаешься. Сволочь. Сейчас мы тебя. Начинается.
своего убей. Идиот, своего убей. Ну молодец, на компьютере. Помогает, господи. Что придется магнум использовать, потому что так я сдохну. А что делать? Поделать нечего. Будешь, да, жить? Конец. Давайте мне от него баллончик дайте. Чётенько. Ой, как с этими дебилами-то тяжело, а? Это что только начало, мы только пришли, как говорится. Сейчас надо больше всего бояться лучников. Здесь мне трава, да, вот трава. Чё ты мечешься? Ну видно, что дышишь, потому что как бы сразу убился, да. Так, пока не видать. Ну да, реально тут тяжеловато, да. У нас есть одна огненная и синяя гранатка. Да. Так, что у нас здесь? Хоть бы еще аптечку бы найти. Ну, да, но немножко не так. Еще бы, еще давайте мне зелененькую травку и прям вообще бы прям... Не-не-не-не, надо было ту не использовать. Нет, тогда мог бы сдохнуть. Ну ладно. Так, и вот тут начинается уже крысовство. Как я его люблю называть. Вообще, как я его не люблю называть. Потому что я вообще не люблю, когда это происходит. Да, сейчас лучников нужно больше всего бояться. Они когда прячутся так хорошо и начинают, как говорится, нас пылять. Ну иди сюда. Не только лучников. Ну охренеть. Один вверх. Блин, мне кажется, все заглючила игра. Блин. Сейчас мы так вот сделаем. Блин, я чуть не туда попал, что ли? Ёпта, господи. Вот и лети туда. Что нам делать? Сейчас могут нас стрелять, так крайне хреново. Чё, нет? Чё, я только сделал шаг, он меня уже нашел. Вот они стреляют. Скотина. Господи, боже мой, помогите, я сейчас заплачу. Господи, сейчас меня съедет этот лук. Помогите. На, сейчас скачемся просто под низ. Хотя бы пространство хотя бы больше, да? Так что все норм. Прорвемся, опера. Так. О! Ой, чуть использовать не нажал, блин. Все так тупануло вообще, конкретно просто. Дрончиков у нас уже, видите ли, нет. Сейчас я вообще боюсь просто. А, все, тут больше нельзя. Тут нельзя больше. Ну ладно. Ух ты, золото. Золотишко. Золотишко, золотишечка. Так, ну эту траву мы используем.
А, нужно найти, в общем, карточку. И дело в шляпе. Тут начинают ходить идиоты. Давай, давай, подвинга. Засан. Сами знаете, что я вас убью. Сейчас, а сейчас я испугался. Получай, сволочь. Сволота. Ты сволота, ты понимаешь? А вы вообще туда летите. Я сейчас зря это сделал. Господи, как же вас много, это сволочи! Помогите! А, вот, да, у одного из них был, да, этот самый, так называемый, карточка. Так называемая карточка была. Так, мы не реагируем, помогите! Господи! Один патрон, молоко! Повезло, да? Блин, ну реально вообще охренели, босс, да, то есть. Нашли карточку, убьем этого идиота сначала. Ну а теперь активируем систему. Чё ты лежишь? Вставай, алкаш. Давай, чуть от него дайте. Очень смешно. Ну, подумаешь, я его ножом убил. Что такого-то? За что он мне так? За что, ребята? Ну, сейчас, в общем, активируем систему и откроем, собственно говоря, ворота. Так с вами. Ну, думаю, нам так это просто сделать не тут эти идиоты. Значит, это не здесь. Я боюсь. Вот первое. Еще один. Буду набегать. Но, знаете, они меня бесят, как этим. Знаете, как вот утром, когда люди в маршрутку садятся. Блин, не надо было разглагольствовать. Утром, когда люди в маршрутку садятся, вот это. Их очень много. Они просто мешаются, да, приходится стоять в маршрутке. То же самое и здесь. Очень много этих лучников. Господи, боже мой. Активируется ворота, мы просто бежим со всех ног. Потому что убивать их это пустая трата времени, сил, как говорится. Да господи, что ж так лестница по-тупому стоит? Да господи, ты боже мой, а. Да иди ты от меня, скот, скотин. Пошел вон отсюда. Видишь, я иду. Что, вы хотите сказать, что это еще не все? Вы шутите? Ну, мне нет выбора, только махом использую. Ребята, вы реально. Ну, я думаю, они стрессоваться не будут. Я это надеюсь, да. Как же этих лучников вообще ненавижу. Главное, смотри, если хп у них вообще мало, да? А все равно они как бы их боишься, то есть думаешь, что сейчас они попадут, и все, и капец будет. И обидно, то есть, да? Ну не буду я их убивать, ну и оп. Они мне вообще как фиолетово вообще. Оу-е, детка. Всем привет, с вами Хаотикс. Сегодня 12 ноября. Смотришь? Что ты смотришь? Это значит, что мы ебашим на Юрия Хованского на лайв стендап.
Я не видела этих людей уже много лет. Такова жизнь. Да, вот такие вот дела, собственно говоря. Да, попались мы лорду Садлеру, спасли мы Эшли уже реально в последний раз, все больше точно уже не крадут. Даже по Шедди меня не поправляли. И да, собственно, лорд Садлер хотел уже нас убить, но Ада нас спасла, и это уже точно говорит о том, что она желает нам только добра и, как говорится, хочет нам помочь. Но ее взгляды разносторонние, она хочет получить, как говорится, своей выгоды, но в чем эта выгода, уже это уже из дополнения... Развилка пути мы узнаем. Так, ну ладно, не будем метаться. Идем вперед. Так. В общем, что у нас здесь? Что у нас здесь? Здесь у нас сейчас сохранение. Так. Записка Луиса 5. Симко Асилиума. В начальных стадиях работы мы исследовали безопасные и эффективные методы удаления объектов ласплага со тела человека. По иронии судьбы, настоящей целью исследований было вовсе не желание узнать, как можно безопасно убрать существо Лас-Плагос из тела носителя. Наоборот, мы помогали искать ответ на вопрос, как усложнить удаление Лас-Плагос. В конце концов, мы смогли узнать, что существо Лас-Плагос можно удалить только после облучения специальным излучением. Единственным недостатком метода была его крайняя бесполезность для носителя. Поскольку паразит прикрепляется к нервным волокнам, существует вероятность ухудшения психического состояния носителя. Следует также сказать, что мы обнаружили не только это. Когда существо-паразит становится взрослой особью, его удаление может убить носителя. Но если хорошо подумать, то смерть не так плоха в сравнении с тем, что делают Лас-Плагос. Ага, не так плоха. Никто умирать не хочет, и мы не дадим нашим главным героям умереть. Так что пошла-то нафиг записка. Так, ну ладно, сейчас мы как-то примитивно слишком сказали. Так, тут будет... У нас должно быть сохранение, или его не будет, хрен его знает. Узнаем. Так, тут у нас продавец. Давайте разговаривать с ним, общаться, так сказать, общаемся. Так, ну что ж, давайте продадим наш импровизор, так называемый. Нам 10 тысяч не помешает. Чужное ожерелье, естественно, продаем. Все. У нас 120 тысяч, что мы купим? Дипломат нет смысла, Кидлер 7. Тоже у нас бабочка хорошенько прокачана. Купим лекарство. У нас их нет, ибо у нас их очень мало. Так, только не говори, что я баба, там, дрыщ, бомж, там. Я знаю, что сейчас там скажешь. Бабочка, бонус. Стоит ли прокачивать? А, ну это ты сказал, нельзя это прокачивать. Слишком халявно, да? Бонус то же самое, слишком халявно. Винтовка тоже бонус, халявно, ТМП. Емкости обойма, да, прокачаем. Так, стоп, нет, еще не все, не все, куда, куда, не все. Так, ну, собственно, теперь это все. Да, выходим. Все, идем дальше. Сейчас будет последнее. Последний, как говорится, снаряд. Ну, такой отряд вражин. Ну и далее, собственно, будет уже полегче. Так. Эшли желательно оставить здесь пока что. Так. Вот сейчас будет нападение. Нападение идиотов, так называемых. Уже пошло нападение, господи, БЖМО. Так вот. Повезло мне.
Господи, что они везде, что ли, я не пойму, что такое? Ах ты сволочь, а? Тварина. Да что ж такое-то? Вы издеваетесь, что ли, ребята, а? Прям в сердце прям вообще отдало. Как будто я чувствую боль Леона, блин. Как я чувствую ее не физически, а морально. Ну, блин, ну вообще охренели вы. Расплакался. Вот такой вот небольшой отряд вражин. Но они довольно так вот резко реагировали, да? То есть как бы... В принципе, с этим можно смириться. Я думаю, ничего страшного в этом. Ой, пойду-ка я отсюда наверх. Мистер Икс, блядь! Хочу посмотреть. Так. Сори, я... Так, не забыть монетки поднять. Очень нужная вещь. Я тебя спас. Ох ты ж, ё-моё, откуда вы взялись, а? Так, ну-ка. Да он, блядь. Ну что, яйца нахуй? Озабоченные яйца. Да, нашли они. Нашли мы аппарат, который истребил в нашем организме Лас Плагас. Не только в нашем, но и в Эшли. И направляемся дальше. Сейчас будет сохранение и все. А то довольно долго мы уже проходим. Да, мне завтра поработать конкретно придется над озвучкой, конечно. Так что вот такие вот дела. Это, в общем, будет очередной выход на улицу. Ну и там уже, как говорится, последняя машинка сохранения и финальный босс. Но он уже будет в следующей серии, в последней. Ну, пройду, естественно, ее, наверное, в пятницу, либо в субботу. Ну, скорее всего, в пятницу, так на расслабончике, так более-менее пройду. Да, этот аппарат нам помог. Ух, слава богу. Ну да, Леон, верно рассуждаешь. Так, ну а мы двигаемся вперед. Так, ну прежде чем мы надвигаться, мы попробуем вернуться назад. Может, там какие-нибудь... Есть вещи. Какие-нибудь полезные такие. А, это мы отсюда вошли. А, хотя нет, стоп. Да и лешли, блин. Так. Хочу сказать сразу, пацанчик, ты, наверное, знаешь, тут происходит. Или, наверное, уже произошла. Финальная битва с лордом Садлером у Ады Вонг в развилке пути. Наверное, ты это знаешь. И давай попробуем здесь найти какие-нибудь полезные предметы. Может, они тут есть, мало ли. Ада Вонг забыла что-нибудь-то взять. Да, реально, она тут кое-что забыла взять. Траву. Патроны Магнума. Ну, просто офигенно. Ну, Ада Вонг, ну, спасибо тебе, то, что ты такая забывчивая. А может быть, еще и не было финальной битвы. Кто его знает. Но, один фиг, мне пофиг. Я собрал все, что я хотел. Все, теперь идем чисто вперед. Да, такая довольно тяжеленькая была сегодня часть. Да, немножко я так вафлился, так сказать. Такая, откуда она ведет. А, мы здесь уже были. Здесь мы уже были. Так, чтоб куда мне идти? Куда мне идти? А, да, сюда. Идем сюда. Да, нервишки с этой игрой, конечно, можно потрепать себе так хорошенечко прям. Но теперь уже можно их не трепать, можно радоваться, что мы вылечили наших героев, так называемых. И что все норм, коротко говоря. Ну что же, выдвигаемся. Выдвигаемся мы так потихонечку. Так,
что у нас тут находится. Какая-то записка. Наша миссия. Настоящую власть в Соединенных Штатах представляют три источника. Департамент юстиции, административные органы и военные. Для обеспечения контроля в этих ветвях власти нужно повлиять на умы людей, которые являются советниками президента. После проведения такой работы остальные органы власти быстро попадут к нам в руки. Если Соединенные Штаты так или иначе узнают о наших планах, нужно будет свести убытки к минимуму. Мы все равно сможем захватить контроль над страной, когда задействуем план Б. После этого мы сможем использовать их влияние на другие страны. Остальная часть мира долго не продержится. Как уже было сказано, если наш первый план не будет проходить так, как мы и рассчитываем, мы задействуем запасной вариант. Мы зашлем в страну наши специальные войска и будем действовать изнутри. Людей хватит страх, в стране воцарится хаос. Потеря стабильности будет лишь вопросом времени. Мы ударим по ним, когда они будут наиболее уязвимы. Радуйтесь, братья, скоро мы сможем очистить этот мир. Подобные слова я слышал уже в праве. Ну, в право урок. Такое право. Такое про спасение человечества, типа того. Ну, все это... Не знаю, ну, может, не бред, может, бред, но... В общем, не знаю. Итак, у нас есть мега-ультра-аптечка. Ну, ладно, Паша, не так уж и быть. А, нам ее и так не продадут, аптечку. Хотел, думал, сейчас сказать, что аптечку покупать не буду. Но у нас так дохренища. Ну, хотя две аптечки тоже норм, но все равно. Итак, что у нас тут еще можно взять? Ну вот, собственно говоря, последняя машинка сохранения, да. Такие вот дела. То есть мы будем продавца что-то покупать. Но бонусы я прокачивать не стал. Кто-то будет сейчас ворчать опять. Что можно продать? Нет, все. Страйкер, винтовка. Не буду я ничего покупать. Ну, а тут уже все остальное уже с бонусом. Все, теперь сохраняемся и отдыхаем оставшуюся недельку. И в субботу с новыми силами уже на финального босса Хаотикса нашего озвученного. Паша Захарова, кстати, у которого сегодня день рождения, но не сегодня. А, то есть, тогда, когда я сейчас снимаю, во вторник, у него сегодня день рождения, Паша Захарова, так что поздравляю его в этом видео, хотя он нифига это не слышит, но все равно. В общем, желаю ему остаться таким же ржачным в плане мата, который он произносит, озвучивая персонажа Лорда Садлера в Resident Evil 4 в моей озвучке. Но, тем не менее, здоровья, счастья и всего самого лучшего. Итак. А на этом все, это была, не помню, какая серия, в общем, неважно. И последняя будет у нас финальная серия Resident Evil 4. Надеюсь, тебе понравилось, ставь оценки, оценивай, и увидимся уже в финальной части, пацанчик третьего сезона прохождения Resident Evil 4. Удачи тебе и пока!